Всем привет, с вами я, ЖК100, и мой компьютер, ребята, нуждается в хорошей помощи, так как я все деньги, то что скопил, я отдал матери, ну, на лекарство, на лечение, на 5-10, вы меня должны понять. Собирал на модификацию компа, но у мамки здоровье пошатнулось немного. И мне пришлось эту сумму всю, которую я собрал, отдать маме. Если вы хотите мне помочь, ребята, вот я тут пробежался по комплектующим. Вот я хотел вот на вот такое вот детище собрать. Я имею в виду, сумма вот. Вы видите сами. Если вам, как говорится, ну, как говорится, если вы хотите помочь, чтобы я и дальше продолжал делать видео, и уже, как говорится, на серьезные игры тоже видео, я имею в виду, как вот GTA 5 игра, Far Cry 4, там еще очень много больших проектов, там Mad Max, это вот недавно вышел, это на эти наши компьютеры с вами, всеми любимыми. Ну вот, вот, ребята, я говорю серьезно, вот эти комплектующие. Ну еще плюс вот монитор, который нужен мне для этого компа. Если вам, как говорится, не трудно, ребят, вот вот сами реквизиты. Сейчас. Покажу, ребята. Шрифт. Сейчас, ребятки. Так, размер. Вот. 48. Вот, ребята. Реквизиты. На них вы сможете сбросить это мне денежку и помочь моему проекту, который хочу сделать для вас. Также будут выходить это в следующем году все новые и новые игры. И я хочу для вас, так как говорится, поснимать это. Да там я то, что видел, очень и очень это такие большие грандиозные проекты выходят, в которые мне хотелось бы именно для вас полностью на запись поиграть. Вот реквизиты. WebMoney, это вот, запомните их. И вот кто сможет, вот тот пускай мне, ребята, и поможет это в сборе, это, ну, на вот эти комплектующие, я имею в виду. А вот материнская плата MSI-Z97 Gaming 5, i5-4690K OEM, Zotac GeForce GTX 960 AMP Edition, блок питания Thermaltake Ural 650 Ватт, оперативная Kingston HyperX Savage на 16 гигов, Thermaltake NIC C4, жесткий диск VD Purple Intel Power, VD10 Pure X 1 терабайт, SSD накопитель Kingston HyperX Savage, и Zalman Z11 Plus HF1. Вот кому не трудно, ребята, вот на эти реквизиты
Вот эту сумму надо собрать примерно к декабрю месяца. Это будет где-то число 21 число. Вот, серьезно говорю, ребят, я вот то, что собрал деньги, это я отдал матери на лечение. И, как говорится, тоже, блин, это и на лечение, я имею в виду, самого себя. То, что у меня это со здоровьем не так уж радужно. Если кому не трудно, ребята, и вот если сможете, помогите. Хорошо? Я вас только об этом прошу. Вот если кому не трудно, вот на вот эти вот два кошелька пойдут деньги, вот все собранные деньги пойдут на сборку вот этого компьютера. Если кому нет, вот не трудно, ребята, помогите собрать вот эту сумму. То, что такая ситуация, блин, это вот у матери, да и у меня со здоровьем не ахти, блин, пришлось это, как говорится, пожертвовать компьютером и не пожертвовать здоровьем, это все деньги вбухали в это, в лекарство. Так что, ребятки, помогите, если вот кому не трудно собрать вот эту сумму до декабря месяца. Вот на эти реквизиты. Вот то, что вот вся собранная сумма пойдет на вот именно на вот это вот детище. Так что, если кому не трудно, как говорится, помогите мне и дальше это содержать мой канал, и я буду для вас делать это вот видео, я имею в виду. А там и Far Cry 4 хочу для вас снять, и GTA 5, там Crysis 3, и в общем такие большие игры. Я имею в виду еще и Ведьмак 3, я имею в виду вот эта Дикая Охота. И вот такие остальные, такие большие проекты для вас хочу записать, но дело в том, то, что сейчас все деньги ушли на лекарства и все такое прочее. Вы меня должны понять, ребятки. Я копил, как говорится, ну, долго, но пришлось всю сумму вбухать это в лекарство, блин. Так что, ребят, если вам не трудно, вы помогите. Пожалуйста, я вас об этом прошу. Ну, вот эта вся собранная сумма пойдет на вот этот системник. Окей, ребята. Ладно. С вами был я, ЖК100. Я надеюсь, вы меня, ребята, не подведете. Желаю всем добра, удачи, здоровья и благополучия, и всего-всего. Но самое главное, я желаю только здоровья, ребята. Когда оно есть, это все хорошо. Когда его нет, очень плохо, ребят. Так что и хочу сказать, и вы тоже берегите свое здоровье. Окей? Ну ладно, с вами был я ЖК100. И надеюсь, вы мне, ребята, как говорится, поможете. Окей? Всем пока.